пилы. Образцов вообще здесь никаких влияний не имеет. А кто депутат в вашем округе? Извините. А я не знаю. Понятия не имею. Депутат у нас кто? Иванов Андрей Владимирович. Вы что, не знаете его? Понятия не имею. Ой, я не знаю. Даже не знаю. Не знаю. Я особо политика не обращал внимания на это и никак-то. Не знаю. Не скажу. Не знаю. Понятия не имею. Скажите, а проблем есть в вашем округе, и какие они? Выше крыши. Жарят сейчас батареи, тепло. На улице 15 градусов, батареи дома почти до 30. Не снижают. А потом платежки приходят бешеные. Мусорки не подойти вообще, вот когда после дождя там или снег. Ноги ломаем, ходим. Да. Самое главное, это проблема, это вывоз ТБО. Люди платят за это. Приезжает машина, разворачивается иногда. Я даже с ними выходил. В 6 утра выходишь и споришь с ним. Они не хотят этого делать. Дворы очень грязные, лавочек нет, столиков нет, чтобы отдохнуть, детских площадок нет. Мусор очень плохо убирается. Дороги у нас во дворах. Здесь вроде ничего, а во дворах очень плохая. Дороги и все. А так проблема. Мы вокруг киосков убираем сами, потому что некому убирать. Хотя мы платим за уборку, мы платим за вывоз мусора. Мы вообще за все платим, только не поймем за что и куда чего девается. Все через одно место. Не везде есть тротуар. Есть участки, где приходится по обочине дороги идти. Ремонт дворов, проезды дворовые. Отопление дают, на всю улицу топим. Лавочки у нас, видите, убрали, не могут поставить, хотя обращались им. Мусорки плохо вывозят, все как у всех. Мусорная проблема. Да и куда ни плюнь, одни проблемы. Дворы в жутком состоянии и ЖКХ. Цены вообще не вышепчешь. В вашем округе депутатом Воронежской городской думы является Николай Образцов. Скажите, как депутат Образцов решает ваши проблемы? Никак. Мы его не знаем. Абсолютно. Я думаю, никак. Мы не видим. Ничего не меняется, ничего. Все хуже и хуже. Ну какие решают наши проблемы? Мы свои проблемы сами решаем. Ну, по большому счету. Ну, как бы для людей, для населения, тем более вот нашего района тут, ну, вот это вот. Как? Не знаю, вообще ничего не делает. Образцов вообще здесь никаких влияний не имеет. Не знаю, не обращалась никогда. Не знаю. Судя по тому, какая везде разруха и грязь, наверное, никак. Молодец. Во всяком случае, он работает, видно его работы. Не знаю. Я особо к вот этим вопросам не отношусь. Типа, если все нормально, то самое главное, чтобы дороги были хорошие. Не было ни преступлений, ничего. Мои он никак не решает. Мы его ни в глаза ни разу не видели, мы его знать не знаем. Поэтому что про это говорить можно? Поскольку они не решаются, значит, он и никак и не решает их. Никак. Никак. Никто не решает. Никто никому не нужен, сидят там у себя в доме и свои вопросы решают. Народ, на народ им всем наплевать.